Любопытная статья появилась на интернет-версии ежемесячника «Совершенно секретно». Материал под названием «Коррупция во всю Ивановскую» рассказывает о принципиальном чиновнике Андрее Чужбинкине. Это, кстати, цитата из текста. И беспринципных, по мнению автора, следователях и чекистах, которые занимаются его делом. Напомним, экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение взятки в особо крупном размере. Дело в отношении Чужбинкина следственное управление возбудило 14 мая. Другой фигурант этого громкого коррупционного скандала, Игорь Савочкин, бывший заместитель начальника департамента строительства и архитектуры, дал сотрудникам УФСБ России по Ивановской области признательные показания, где изобличил себя и Андрея Чужбинкина. На основании явки с повинной и возбуждено уголовное дело. Через посредника они получили за заключенный контракт на строительство корпуса областной детской клинической больницы более 40 миллионов рублей. Автор материала Павел Тайков затеял собственное расследование. По его мнению, дело сфабриковано. Признательные показания Савочкин давал под давлением сотрудника госбезопасности. Автор статьи обещает уже в следующем материале рассказать, кто заказал Андрея Чужбинкина. Очевидно, журналист вместо суда, который должен решить, виновен Чужбинкин или нет, уже вынес свой приговор. Чужбинкин ни при чем.